Приветствую вас на моем канале разборов обзоров телепередач. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Пацанки». А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. Так вот, в следующем выпуске все будут выборы школы леди. Кто бы сомневался, одна же франшиза. Выборы президента школы леди. Девочки будут ходить по улице и собирать голоса. Также девочек ждут различные испытания, как, например, произнести красиво президентскую речь возле елки. И будет, конечно же, драка. А еще в этом сезоне, поскольку этот сезон именуется «Зависимые», появится Карине, или же Карина с прошлого сезона. Зависимая, которая так и не смогла поучаствовать из-за своей зависимости. И она даже после драки откажется от участия в проекте, будет убегать, но все равно вернется. Это просто она сделает сгоряча. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка, по вашему мнению, лучше всего и достойна звания президент школы леди. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!